начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ДСНС Украины в Миколаївській області. Хочу сказать, что сегодня это не показательные учения, это учения плановые. У нас запланировано проведение в течение года до двух таких учений. Значит, ближайшее подразделение города Николаева в случае необходимости прибывает сюда в течение 10 минут. Если будет у нас больше информации, мы проведем наращивание. На сегодняшний момент есть договор с аэропортом. С момента работы главное управление готово обеспечить пожарную безопасность при взлете и посадке самолетов, которые будут здесь организованный вылет. Есть договор. И также мы берем на себя, так сказать, обязательства обеспечения пожарной безопасности за межами аэропорта. Это водная акватория у нас с учетом, пока нет сил и средств в аэропорта. Спасание людей на воде, значит, мы готовы постраховать. У нас есть действующий договор. В целом, хочу сказать, что учения будут продолжаться. И все будет хорошо. Дай Бог, чтобы аэропорт заработал. И